Потом 2 и 2, и тот, кто первый пикает, выбирает также респаун на карте. Также мы будем рваться иногда в чат, но опять же у нас бои очень динамичные будут, насколько мне уже Дэнджел сказал, то что здесь бои очень быстро проходят и в принципе не составляет труда будет поглядывать в чат, но опять же это как получится. Ну да, тем более команды играют best of one на карте, то есть однажды победив на рудниках, ты уже играешь следующую карту. Команды играют best of three на картах. То есть забрал первую карту, 1-0 победил, забрал вторую карту, 1-0 победил. В итоге 2-0 по картам, и ты вырываешься вперед, все окей, можно отдыхать. Да, знаешь, скажу тебе одну вещь интересную, то что сейчас у нас, как ты уже говорил, рудники, и так как я, честно говоря, вижу первый матч в 086 в связи с моим небольшим отбытием с киберарены, да, мне очень интересно сейчас будет, что будет происходить, потому что новая, как-то Вообще, получается, игра заново, ну вот да, вот для... новая игра, которая многие сейчас... заново будут игру понимать. Я вот впервые реально вижу рудники. Примерно я понимаю, как будут играть команды, но Агрессивно будет играть вообще? на практике это совершенно другая игра будет. Ну, агрессивно играть ли команды Ну, будут? учитывая то, что здесь не будут арты, агрессивной тактики, возможно, просто не будет. Мы знаем, что рудники это карта, на которой решала арта. Все становятся в деф. И бизон. Позиционка, бизоны Плюм-плюм-плюм. лупят с шушпанцером. Сейчас бизона не будет, соответственно, шпанцера также не будет. И чем выбивать деф, для меня это вопрос. Глубоководный деф, так сказать. Ну, будем смотреть. Ну что, пикают нас пока что И лакераж РТ1, уже все. Т69, По сути, 1390. Lucky Rusher выбрали сетап и арта, где она?